Да, довольно удачно я вспомнил короткую программу с маленьким помарком. 24 года спортсменки. Сейчас посмотрим, как она собралась на произвольно. Однажды в Америке. Энио Морриконе. Хореографы Шерин Бурн и Дэвид Уилсон. Каскад из двух прыжков, Ридбегер и вторым прыжком только двойные. Рассадков тройной с двумя двойными в каскаде есть. Аксель мы еще не видели. Сейчас Ридбегер. Ой-ой-ой, вторая ошибка, но более серьезная.
сейчас будет очень интересно посмотреть, потому что действительно все теперь зависит даже не от судей, все зависит от компьютера. Какие оценки судейские, какие судейские минусы, плюсы он выберет, да, и как он это все перемножит на ту базовую стоимость, которая зависит от решения технического специалиста и его помощника. Да, здесь сейчас будет очень много решать уровень сложности дорожки, уровень сложности вращений. У Завадский у нас ведь... Я думаю, что они поменяются местами. Завадский все-таки поднимется выше? Я думаю, да. Ну, разрыв был минимальный, разрыв был 1.5 балла. Завадский, ну, Завадский сдвоила луц в каскаде, двойной луц, двойной тулуп. Наверное, это самая грубая, да, ошибка у нее была. И так... тройной тулуп у него такой был на грани, да? Здесь тоже тройной тулуп, но вот падение было. Недокрут был. Да, недокрут, это, вот кстати, недокрут. Дедакшн падение было. И дедакшн падение, конечно. Ну, сколько она потеряет на том тройном Ридбергере? То есть тройной Ридбергер у нас по базе идет 5.1, все поставят минусы. 3 балла она от 5.1 получит, минус еще 2 балла она получит. То есть... Ну, потеряла она на нем 3 балла. Ну, все говорят, тут все будет зависеть от этих уровней сложности. Потому что, в принципе, по прыжкам хода, да, хода не хватало чуть-чуть. Хода энергетики чуточку не хватало. Но хотя, конечно, внешний вид, прекрасные линии, музыкальность, это все при ней. А, по компонентам, да, она, по идее, должна получить больше, чем Завадский. Ну, сейчас посмотрим, посмотрим. В принципе, они достаточно ровные и близкие. У Завадски компоненты 55-33. Сейчас она первая, 166 баллов, 61 сотая. Она на 20 с небольшим сотах. На 27 сотах опередила Мураками. Очередной шедевр арифметики. Смотрим, да, сейчас Завадский, так, Завадский за технику 51,1, 55,33 за компоненты. Компоненты у Завадски два больше семерки, остальные меньше. 6,93, 6,61, 6,82. Компоненты в произвольной программе на жестах коэффициент 1 балл и 6 сотых. О как! Все, 115-64, смотрите. 115-64 это лучшая, лучшая сумма сезона. Это больше, нежели она набирала на предыдущем этапе гран-при. А видели мы с вами Киру Корпи как раз в Китае. Там было 110 баллов. Блестящий для нее результат. По уровням она очень здорово добрала и по компонентам в первую очередь.